Салют всем, с вами Майк Файер. Мы находимся в моей домашней студии. Тут я пишу треки и готовлюсь к записям. Сегодня я выбрал время ответить на ваши вопросы. Сказал, начнем. Так, первый вопрос — это Владимир Царь. Почему уехал в Германию? С этим вопросом к моим родителям. Я был несовершеннолетним. Другого выбора не было. Так что сложный вопрос. Поэтому следующее. Тимур Османов. Не думал сделать тур по России? Конечно, думал и думаю, и планируем. В этом году, этим летом, то есть мы собираемся обязательно сделать маленький тур. И как бы программа есть, готовая. Все зависит от организаторов. В общем, ждем. Мы готовы. Так, следующее. Виталий Осачев. Будет ли клип на трек «Я не забуду»? Скорее да, чем нет, но, к сожалению, как бы еще как бы руки не дошли полностью отработать сценарий клипа. Ну, как бы я над этим работаю, может быть, этим летом. Ну, ничего не обещаю, конечно. Так, следующее. Женя Копылов. Когда последний раз был на родине? Жалеешь ли ты о своем последнем, то есть жалеешь ли ты о своем переезде за границу? К сожалению, ни разу не был после переезда в Германию, но, как я говорил, уже этим летом обязательно. А что касается, жалею ли я, нет, я не жалею. То есть спроси меня после поездки в Россию. Хорошо? Так, следующее. Владимир Царь, как относишься к Оксимирону и классу? Мирон мне нравится, у него хорошая читка, флоу, как бы. А что касается класса, насколько я знаю, он забросил музыку, активно не участвует, но как бы за свое время своим стилем навел немало шума. Вот так. Так, следующий вопрос. Сергей Волков. Когда альбом с Ghostmaster? Хоть завтра, все зависит от Андрея, то есть Ghostmaster. Планов нету, но как бы все возможно. От меня не зависит, так что поживем, увидим. Так, следующее. Александр Вольф. Планы на 2013. Планов очень много, но на первом плане это как бы доделать EP. Организовать концерты, снять много клипов и, в общем, очень много планов. Ждите, мы вас по-любому обрадуем этим летом. Так, следующее. Максим Волкин. Биты сам делаешь? Нет, биты я не делаю. В составе «Мафии» это всегда делал Андрей, то есть Ghostmaster. На данный момент мы работаем с командой Statory Clubbers, мы с ними объединились, ребята очень хорошо работают. Там мы записали альбом «Ребенок хардкора», они нас снабжают минусами, так что отличные ребята. Да, вот так вот. Так, следующий вопрос. Сашка Романов. Во сколько лет начал читать и как называется твой первый трек? Начала читать в 2002 году. Мой первый трек был на немецком, но название не помню. Как бы, ну, потом попробовал, зачитал первый трек на русском, и как бы это мне более по душе было, потому что родной язык. И с тех пор как бы читаю на русском, вот так вот. Так, Саня Шихов. Будут еще треки с Царем? Скорее да, чем нет. Ну, как бы, вы тоже знаете, Ваня очень занят, тоже доделывает свой альбом. Мы как-то с ним говорили, но как бы ничего не обещаю, так что ждите сюрприза. Вот так. Так, Саня Задерецкий. Так, собираешься встретиться с Шоком? Слышал в твоих треках из РХ, ты цепляешь Шока.
Насколько я знаю, как бы я... Он мне не важен, как бы, что были у нас когда-то бифы, это как бы в прошлом. Встретиться с ним я тоже не собираюсь. Ну, как бы, земля круглая. Все может состоиться. Может состоиться встреча и нет. В принципе, без разницы. Я об этом не задумываюсь, так что, скажем так. Следующий. Так, Филипп Стихарев. Как ты относишься к творчеству Файка, Нагану и Класса? Про Файка ничего не знаю. Нагана талантливый, безусловно. Про Класса я уже говорил. Так, следующий Филипп Стихарев. Это опять же... Так, пробовал читать на немецком, и как вы познакомились с Ghostmaster, и что вас вдохновило создать группу и начать читать рэп? Опять же, как бы мой первый трек был на немецком. С Андрюхой я познакомился в 2003 году на его концерте. Нашли общий язык, записали трек и с тех пор читаем вместе. Так что Mafia for Life. Так, следующее, это Глеб Свирелкин. Где работаешь? Работаю по профессии мехатроником. И да, вот так вот. Следующий. Так, Филипп Стихарев. Любишь футбол или баскетбол? И какой твой любимый фильм? Футбол могу посмотреть, но как бы ближе по душе мне баскетбол. Я как бы сам играл 10 лет, поэтому мне это ближе по душе, как бы, баскетбол. Так, а что касается фильма, любимый фильм — это, безусловно, Хит, потому что мой любимый актер — это Роберт Де Ниро. И вот так. Так, следующее. Дима Уденко. Как относишься к творчеству Грома и Шота? Про Грома мало чего знаю. Ну, как бы что слышал, вроде нормально. Также Шот, считаю, он хороший лирик и делает свое дело хорошо. Так, следующий. Руслан Белый. Жека, привет. Тебе с Украины. Хотелось бы задать тебе несколько вопросов. Занимаешься ли ты спортом? Каково твоя привычка? Каково твое отношение к плохим привычкам? Если можно услышать привет от тебя, буду благодарен. Спасибо огромное. Успехов тебе во всем. Привет, Руслан. Спасибо за вопрос. Да, я занимаюсь спортом. Хожу на фитнес и летом играю в баскетбол. Плохих привычек, по-моему, нету. А, ну да, что актуально, я как бы это... начал курить после 5-летней паузы. Это очень плохо. Это меня очень депримирует. Так что не курите, это вредит здоровью, ребята. Так, следующее. Миша Царь. Что обозначает твой псевдоним? Короче, Майк Файр — это делится, как Майк — сокращение — это микрофон, а Файр — это огонь. Ну и в целом Mike Fire, горящий микрофон. Так что всем хейтерам и конкурентам, не играйте с огнем, это закончится очень плохо. Так, следующий вопрос, это у нас кто? Виталик Гонзалес. Такой вопрос, ты же был первый русский рэп в Германии. Да. Насколько я помню, мы были первыми в Германии, которые начали читать рэп на русском. То есть на более профессиональном уровне. Так что мой ответ – да, мы были первыми. Так, следующее. Артурес Мертес. Что с Румео? Будет ли совместки? С Румео в последнее время редко вижусь. Ну, мы с ним на связи. В планах ничего нету у нас сейчас бы как бы на будущее. Ну, как бы все возможно. Так что привет, Ромео. Так, следующий вопрос. Это Артур Грищенко.
хотя бы в ближайшем планы есть дать концерт с альбомом хип-хоп. Если честно, Максим, мой админ, как бы вообще мне предложил работать в этом стиле, как бы, ну, это другая тема. Я делаю совсем другое сейчас на данный момент. Был интересный проект. Поэтому, как бы, ну, как бы с концертом я всегда рад выступить в любое время. И поэтому все зависит от вас же. Как бы обращайтесь. Как бы будет хорошее предложение, мы приедем. Вот так вот. Извините, телефон. Так. Вот так вот. Да. Короче, мы готовы в любое время приехать. Все зависит от вас, как бы. Следующий вопрос. Евгений Мартенко. Так, хотел бы сделать концерт в Италии. Я бы хотел сделать концерт в любом городе, там, где меня ждут, короче. Всегда рад выступить, как бы. Очень себя комфортно чувствую на сцене, так что в любое время. Так, Евгений Мартенко, опять же, по-моему, да? У тебя есть образование? Да, я уже говорил, я работаю по специальности мехатроник. Так, следующий. Так, Данила Богинский. Как относишься к Казахстану? К Казахстану отношусь хорошо, у меня много друзей с Казахстана. Рулетка, кстати, тоже с Казахстана. Так что один за всех, все за одного. СНГ, ла фамилия. Так, следующий вопрос. Так, Артем Махалов. Как относишься к Гуфу? К Гуфу никак, я его, в принципе, не слушаю, но в Твиттере за ним слежу. Да, так вот. Так, следующий. Антикиллер. Как относишься к Рому Жигану? Тоже ничего не могу сказать, что я как бы мало о нем что знаю, поэтому как бы на этот вопрос не могу ответить. Так, Данила Донсков. На какие оценки учился в школе? Лучше не спрашивай, как бы, ну, образование есть, в принципе, в итоге, то есть не так уж и плохо, так что учитесь, это учеба, это очень важно, как бы, мой совет вам. Так, следующее, Толян Миссерли. Где жил в Омске именно? Я жил в Омске, в Омской области, Одесский район. Так что всем привет, кто помнит и знает. Так, Слава Зверев. Что слушаешь, твой любимый рэп? В основном, конечно, слушаю рэп или просто хорошую музыку. Конечно, типичный ответ, ну, как бы... На мой вкус, как бы, это Eminem, как бы, покорил вообще весь рэп. Он для меня, безусловно, талант и, как бы, феномен вообще в рэп-истории, мое мнение. Вот так вот, короче. Так, это был последний вопрос. В заключение могу сказать. Короче, ждите EP, ждите альбом от Рулетки. 2013 год будет горячий год. Следите за мной в Твиттере, ВКонтакте. И вы ничто не пропустите. Так. Вроде ничего не забыл. Так что мафия в деле. Всем хоп и удачи. Пока.